Выставка «Картофель-2018» пройдет в Чебоксарах в первые дни весны, 1 и 2 марта. Она станет уже 10-й по счету. Заявки на участие в выставке подали около 90 компаний из 25 регионов России. Для предпринимателей и экспертов пройдут круглые столы и семинары, для посетителей дегустации и презентации. Желающие, как и в прошлые годы, смогут купить картофель для посадки. Температуру чуть тревожит. Мы не должны заморозить семенной картофель, когда будем привозить, отвозить по домам. Продажа семенного картофеля – это в другой период времени можно делать. Иначе мы дискомфорт будем создавать для производителей, кто занимается семенным картофелем. Для покупателей. От погоды скорректируйте все эти мероприятия. Подробная информация на сайте Минсельхоза Чувашии под специальным баннером.